Как увеличить продажи, как привлечь клиентов и не упустить их? Секретами успешного ведения бизнеса делятся тренеры и предприниматели Якутии. В столице республики проходит неделя бытового обслуживания. На разных площадках пройдут мастер-классы, семинары, тренинги для начинающих и уже опытных бизнесменов. Саргылана Захарова продолжит. Лариса Эпова работает закройщицей уже больше 20 лет. По ее словам, спрос на индивидуальный пошив никогда не пропадает. Люди всегда желали и желают выглядеть особенно и при этом чувствовать себя комфортно. В рамках недели бытового обслуживания Лариса делится своими секретами мастерства. Как из обычного лекала раскроить форму для необычной дизайнерской одежды. А что вот самое главное при раскройке? Что нужно учитывать? Значит, самое главное при раскрое – это, конечно, снятие мерок. Это основное. Если сняты мерки правильно, точно, значит и лекало будет точно. И значит модель будет сидеть соответственно правильно. Вот это самое основное. Другими словами, 7 раз отмери, 1 раз отрежь. Ведь ожидания клиента должны быть оправданы. И даже больше говорит другой участник недели, бизнес-тренер Валентина Григорьева. Чтобы привлечь и удержать клиента, нужно превысить все его ожидания. Лояльные клиенты – это клиенты, которые ушли с превышенными результатами от их ожиданий. Вот они ждали торт пообедать, а им еще улыбнулись и сказали вам ласка. На самом деле, конечно, тема лидерства достаточно избитая, но мы стараемся здесь проработать практически те механики и инструменты, которые человеку помогут раскрыть свои потенциалы, свой лидерский потенциал, свои управленческие навыки. А тем, кто уже привлек людей, наработал свою клиентскую базу, рассказали о том, как увеличить продажи и о главных проблемах начинающих бизнесменов. Сколько у вас звонков, да, в день, например? У нас все говорят, ну, звонят. Ну сколько раз? Ну, наверное, 10 раз. А вчера сколько раз? Ну, наверное, так же. А полгода назад сколько раз? Тоже говорят, ну, наверное, столько же, не знаю, может меньше, да? Или хотя нет, больше, наверное, сейчас же кризис. То есть у всех предположение. Знаете, мы очень интуитивно подходим вообще к созданию бизнеса. Чтобы быть постоянно в тренде, да, и быть конкурентоспособным, нужны знания. Знания и информация. Эти семинары очень практического характера. Мероприятия в рамках недели пройдут до 7 июля. В эти дни участники обсудят тему наставничества, представят свои бизнес-проекты, а также пройдут практические курсы самых разных направлений. Начиная от маникюра, заканчивая ремонтом автотранспортной техники. Саргылана Захарова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.